И всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как сделать 3D-дизайн в Game 3D-ш. Сначала мы ставим наш проект и ставим два кубика, ну или как вы хотите. Потом ставим вот такую штучку, потом... Ой, сейчас, уже опять. Все, вот так ставим и потом ставим полосочку и переворачиваем ее. И подвигаем немножко вверх. Ну и так делаем с другими полосочками. И подгоняем их всех вверх. Вот. Так. Все. У нас получился 3D-куб. Но сейчас мы немножко его сделаем. Ну, точнее, не просто будет у нас 3D-куб. А будет он немножко с каким-то маленьким дизайном. Ну, зайдем, поставим что-то вот такое вот. И сейчас еще всякие финтиплюшки поставим. Вот такой, например, слева. Вот такой вот справа. Так, сейчас последние штрихи. Это штучки, где у нас белые полосочки, то надо вставить что-нибудь. Вот, например, вот это вот. Вставляем верхушку и по бокам сейчас. Хоп. И сейчас мы ее повернем. Все. Всем пока, ребят. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Надеюсь, вам это видео было полезно.